Всем привет! А мы с Марсиавичусом находимся в парке птиц. Здесь очень прикольно, но самое прикольное здесь — это пруд с пеликанами. Есть еще пруд с фламинго. Есть всякие разные журавли, совы и так далее. И сейчас будут кормить пеликанов. Сейчас через 3 минутки придет работник с рыбкой и будет кормить пеликанов. Здесь очень прикольно. Такой красивый прям парк, хороший. И недорого совсем стоит. И мы сюда уже третий или четвертый раз приходим. Сейчас ждем события, когда придут кормить их. Пеликаны знают, что сейчас их будут кормить. И уже такие начинают скапливаться тут. В нетерпении плавают, ждут, когда принесут еду. Главное, офигенно, что ребенок может здесь прям в упор посмотреть на птиц. Они не агрессивные, то есть можно прям к ним очень близко подходить. Они выбираются из этого вольера, ходят по всему парку. То есть, ну, не здесь вот прям, а вот там у них есть выход, короче, специальный. И они прям выходят в парк и прям по всему парку ходят, короче, эти пеликаны. Они не агрессивные совершенно, то есть на детей они не агрятся. А вот и рыбка долгожданная пришла. Ну, в смысле, вот, рыбка вот здесь, в коробке. А это девушка. Хай. Сейчас мы будем кормиться. Окей. Она говорит, что это австралийские пеликаны. Смотри, смотри, смотри. Они прямо кукают. Марс, не дергайся. Гурами. Опа! Она их выгнала. Мать, я хочу встать.
Макс такой немножко стремается, как бы всего. Вот, и его одного не оставишь, конечно. Опа! Хочешь попробовать рыбку кормить? А? Давай, возьми. Давай, возьми рыбку. Так. Опа! Ты справился? Все? Все. Прямо кассии. Помой ручку. Все. Вот и закончилось шоу. Можно расходиться, ребят. Больше нету рыбы. Три лоточка. И все. Я не знаю, может, кому-то даже не досталось, кстати. Но я надеюсь, что все поели. Хотя бы по одной каждому досталось рыбки. А то тут некоторые были более активные. Марс, ну как тебе, понравилось? Пеликан шоу. Сейчас через 5 минут, по идее, может через 10, еще в другом месте шоу будет. Надо пойти посмотреть расписание. Пойдем, Марс? Не бояться тебя на шею. Хорошо, на шею ко мне, да. Все, ребят, пока.